Всем привет, ребята, с вами я, Нубик в Майнкрафте, и, короче говоря, сейчас, ребята, мы вместе с вами попадем в настоящий зомби-апокалипсис. Вот, в общем-то, игра уже начинается, и смотрите, ребята, я заспаунился на карте, у меня уже есть целый комплект оружий, и, в общем-то, нам сейчас предстоит выжить в этом вот городке маленьком. В общем-то, тут у нас произошло крушение самолета, и давайте быстренько выберемся отсюда, куда-нибудь подальше убежим. Так, ой, все, наконец-то мы вышли в город, тут такая гигантская дорога большущая. И, в принципе, что же, давайте выживать, ребята. В общем-то, тут на этой карте есть много сундучков, поэтому давайте их искать и лутать. Потому что в этих сундучках лежат очень полезные всякие вещи, вроде патронов и аптечек, вот. И поэтому нам нужно найти как можно больше сундучков. Только вот я пока их не вижу. В общем-то, зомби-апокалипсис уже очень скоро начнется, ребята. Поэтому нам нужно быть начеку и вот так быстро, в общем-то, залутываем этот сундучок, смотрите. Ой, зомби уже тут, ребята. Зомби-апокалипсис уже начался. Бежим отсюда, бежим быстрее, быстрее. Так, меня вроде не спалили эти зомби, да? А ну-ка. Вот они, ребят, давайте попробуем убить их. А ну-ка, получай, зомби, получай. Ой, нет, они бегут за мной, их там очень много, смотрите. Ой, еще один зомби, откуда вы здесь появляетесь? Так, пора валить, ребята, пора валить. Так, вот тут есть свет, буду обороняться вот тут. Там, ух ты, тут золото есть, а ну-ка. Ножичком давайте сковырнем это золото. Давай, доставайся. Ой, зомби, зомби, ребята. Тихо, все, пофигу на это золото. Бежим отсюда, тут очень много зомби. Так, давайте выйдем отсюда вот к лампе вот этой и будем тут отстреливаться. Так, зомби, получай. Так, отлично, мы его убили. Блин, как же тут все-таки темно. Что тут происходит? Тут так много зомби. Так, тут чувака убивают. А ну-ка, я помогу тебе, чувак. Давай, я с ножа их зарежу. Давай, давай. Убиваем их. Так, ребята, как же тут страшно. Давай, чувак. Обороняемся от этих зомби. Так, ребят, нужно спрятаться в каком-нибудь здании, и, возможно, там у нас будет больше шансов выжить. Поэтому погнали, забежим вот сюда, например. Тут тоже зомби. Так, кстати, по-моему, в таких зданиях очень много сундуков. Да, смотрите, ребят. Так, а чё сундуки не открываются? Окей, они какие-то странные. Зомби, они меня окружили. Так, быстрее бежим, тут сундук, надо его залутать. Так, залутываем. Ой, зомби, зомби, на тебе с дробовика. Вау, видали, ребят, какой сильный дробовик, офигеть. Так, хорошо, давайте быстренько залутаем сундучки и убежим отсюда нафиг. Быстрее, ребята, бежим. Так, нужно найти людей, которые живы. Так, где вы все, ребята? А, вон, я вижу, их там двое. Давайте побежим к ним и будем вместе с ними обороняться, так. Ну, а для начала нам нужно, короче говоря, похавать. О, он меня бьет, ребята, спасите меня. Так, осторожно. Нужно, наверное, аптечку заюзать. А ну-ка, вот так. Ой, смотрите, все, я восстановил все свои жизни, это очень хорошо. Так, ну что же, давайте обороняться от зомби. Так, получайте, зомби, получайте. Ой, ой, тут нуб-зомби, нубик-зомби. Вы видели, ребята, это был нубик-зомби, жесть. Пойдемте на свет, выйдем вот к этой лампе. Так, вот тут посветлее вроде. И, окей, давайте. Как же тут много зомби. Давайте им стрелять по головам. И вроде как, если стрелять по головам, то они убиваются с первого раза. Это очень хорошо. Так, получайте. Окей, самое время взять в руки автомат. И вот так, получайте, зомби, получайте. Так, отлично, ребята, мы их всех убили. Вот там убивают нашего союзника, нужно ему помочь, ребята. Погнали, погнали к нему, так. Получайте, дурацкие зомби, я тебя спасу. Отлично, так. Давайте забежим вот в этот дом или, может быть, в другой. Погнали, ребята, погнали, давайте. Блин, тут золото, как бы его достать-то? Я же люблю золото, так. Блин, оно не достается, ну ладно. Ой, тут Стив зомби. Это как понимать, а почему он меня не атакует? А ну-ка, умри, умри, зомби дурацкий. Так. Так, отлично. А, убиваем его. Убиваем, он очень сильный. Так, куда бы побежать? А где мои союзники, ребята? Я один остался, что ли? А ну-ка. Нате, зомби, у меня есть дробовик. Получайте. Так, получайте. Меня окружили со всех сторон, ребята. Что делать? Так, бежим вот туда, в здание. Бежим. Блин, там в здании тоже зомби. Их там очень много. Так, осторожно, нужно съесть вот эту вот курятинку. Так, 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 так. Едим, едим, едим. И бежим. Бежим быстрее, ребята. Куда мне бежать-то? Это что за здание такое непонятное? Тут очень страшно находиться. Тут везде зомби. Так, ай, ай, ай. У меня мало жизни, ребята. Так, вот тут свет есть. Можно тут обороняться. Так, а то ничего не видно вообще. Так, 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 так. Ребята. Что мне делать? А нет, они убили моего союзника, ребята. Получайте, дурацкие зомби. Блин, а что делать-то? Блин, окей, давайте отстреливаться. А почему зомби так...
быстро ходят. Я что-то ничего не понял, ребят. Я что, умер? Офигеть, вот эта игра. Жесть, ребята, меня убили зомби. Они какие-то очень быстрыми стали. И... ой, а смотрите, тут как много людей-то было. Наверное, нужно было как раз-таки вот сюда бежать, но почему-то я ступил. Окей, ребята, давайте тогда зайдем на новую игру и самым первым делом пойдем вот в это вот здание и попробуем там уже обороняться. И что же, ребятки, в общем-то, вот я уже и нахожусь на втором зомби-апокалипсисе. Я сейчас стою на островке небольшом, и мне кажется, что тут более безопаснее, чем где-то вот там вот ходить. Поэтому давайте, ребята, будем стоять вот тут и обороняться от зомби. К счастью, их пока что не так много. Ой, так, сундук зарегенился, давайте его залутаем. Так, курочка, патроны, это все полезное. Так, а вот и зомби, ребята, вон они уже плывут ко мне. А ну-ка, получай! Так, я промазал. Что такое-то? Ой, вот так, раз получил, два получил. Все, ребята, он умер. Так, и там еще один, его тоже убили. Отлично. Кстати, почему-то все люди куда-то убежали. Я не знаю, куда они убежали. И, наверное, мне стоит тоже куда-то уйти, потому что я один, наверное, тут не выживу. Так, бежим отсюда нафиг, ребята. Тут зомби, получай. Получай, так. Короче говоря, сейчас выбежим вот сюда. И давайте, короче, ходить и искать разные сундучки. Вот, потому что у меня, как видите, не так много патронов. Так, зомби. А ну-ка, пошел отсюда. Он меня чуть не ударил. Так, осторожно. И, кстати, как вы помните, я вам говорил, что тут какое-то здание есть, в котором все сидят. И, по-моему, это здание вот как раз-таки находится вот тут. Вот оно, ребята. Давайте пойдемте забежим туда. И, короче, будем обороняться, если там много народу сидит. Вот. В принципе... О, а чё они летают? А чё летают зомби, ребята? Это чё за фигня? Я чё-то не понял. Это что, зомби какие-то, супермены? А ну-ка, пошли отсюда, дурацкие зомби. Почему вы летаете? Вы видите это, ребят? Они убили игрока. А ну-ка, на. Бедный игрок, прости, мне придется тебя убить. Он, походу, заражен. Так, все, я его убил. Блин, а... О, нет, ребята, их становится очень много. Нам нужно как можно быстрее убежать куда-нибудь. Так, а где все игроки? Отстаньте от меня, зомби дурацкие. Так, я не вижу никого, ребята. Нам нужно встретиться с игроками остальными. Так, потому что так у нас будет больше шансов на победу. Так, я вижу игрока, я вижу его. Так, бежим к нему, ребята. Для начала только нам нужно покушать, потому что я уже проголодался. Так, отлично. Бежим, короче, вот к этому чуваку, он вроде тут сражается. Я, короче, буду вместе с ним сражаться. А, их тут даже двое. Отлично, ребята, я думаю, мы сможем выжить. Жесть какая-то творится. А это что за магазинчик? А ну-ка, давайте зайдем. Тут какие-то головы. И там сундук, ребята, там сундук, но... Так, на меня нападают зомби, вроде меня пока защищают мои верные друзья. Вот они. Так, отлично, я залутал сундук. Тут лежала еще одна аптечка и патроны. Так что, окей, так, зомби, отлично. Он меня спас, ребята. Так, смотрите, сколько нас здесь. Мы тут, походу, все собрались. Отлично, отлично. У нас вообще, так, очень много шансов на победу. Убиваем этого зомби, так. Отлично, отлично. Так, держимся вместе, держимся. Мы прям как команда должны быть, ребята. Так, давайте убивать этих зомби. Так, тут сундучок, который уже залутан. Окей, так, хорошо. Тогда надо куда-то бы, наверное, пойти. Или же мы никуда не пойдем, ребят, я не знаю. Тут очень много зомби, и играть становится все сложнее и сложнее. И, кстати говоря, нам осталось продержаться 2 минуты, вот там вот справа написано. Видите, да, ребят? Так, стойте. Это зараженный человек, зараженный. Убиваем его, так. Прости, конечно, игрок, но ты был заражен. Так, давайте попробуем с дробовика кого-нибудь убить, а ну-ка. Вау, нифига, сколько там зомби, вы посмотрите, а ну-ка, получайте. Так, получайте, зомби, ребята, жесть, какая же тут жесть происходит. А ну-ка, давайте защищать наших союзников. Ой, ой, меня убивают, мне нужно срочно выпить аптечку. Так, отлично, так, у меня восстановились жизни. И что же мне сейчас делать? Какая же тут жесть происходит, давай вместе держаться, чувак. Так, тихо-тихо, нам осталось продержаться 1 минуту, я думаю, мы сможем, я очень на это надеюсь. Так, вот так, получайте с дробовика. А ну-ка, давайте возьмем в руки винтовку или что-то такое, и давайте обстреливать всех, вот так, какая она сильная, ребят, вы только посмотрите. Так, ой, меня убивают, ребята, бежим отсюда нафиг. Так, осталось продержаться 50 секунд, это очень мало, я думаю, мы сможем, давайте, ребята, поднажмем и выживем. Так, это у нас что-то здание, возможно.
возможно, в этом здании можно укрыться. А ну-ка, побежали как раз-таки вот туда и посмотрим, что там да как. Вот, так, забегаем в это здание. Надо найти своих союзников. Ребята, где они могут быть? А, вот они. Они лутают сундучки все. Хорошо, так. Я тогда буду с вами ходить, ребята. Так, окей, остается 10 секунд. Реально, мы что, сможем выиграть? О, это отлично, ребята. О, давайте. 5, 4, 3, 2. Ой, сколько тут зомби атакуют. Они нас атакуют. Так, я что-то не понял, ребята. А, в чате написалось, выживите 3 минуты до прибытия помощи. Это как понять? А, я, кажется, понял, ребят. Нам, в общем-то, ребята, нужно продержаться 3 минуты вот в этом здании, вот. Тут как раз все игроки, поэтому, ребята, давайте отстреливаться от всех зомби. Я думаю, они к нам не пройдут, хотя они уже близко. Нет, ребята, мы, походу, можем еще проиграть. Нет, пожалуйста, я хочу выиграть. Я очень хочу выиграть, у меня нету хавчика. А, нет, есть. Нет, пошли нафиг, зомби. Ребята, они меня атакуют, о, нет. Мы с чуваком пока держимся. Остается 1 минута до окончания. Окей, кстати, тут лут валяется других людей. Давайте его поднимем. Так, и это что такое? Почему тут так темно стало? Ребята, я что-то вообще ничего не понимаю. О нет, я остался один. Нет, ребята, они меня сейчас убьют, походу. Нет, у меня одна жизнь. Стреляем, у меня нету патронов. О нет, ребята, мы умерли и проиграли. Ох. Но, кстати говоря, я занял все равно первое место, потому что я умер самым последним, но это все равно не круто. Я думал, я смогу выжить, но нет, походу я не смог выжить, потому что я нубик, вот. Эх, ну ладно, ребята, в общем-то, на этом я буду заканчивать. И давайте, ребята, если мы наберем с вами на этом ролике 7000 лайков, то я обязательно сыграю в этот мини-гейм еще разок. Ну, а с вами был я, нубик в Майнкрафте. Подписывайтесь на мой канал и всем пока, ребята!